встречи, призывая не проходить мимо. И если душа нашла отражение в другом человеке, значит, в твоем сердце зародилась любовь. Такая простая, но такая сильная. Но порой как трудно бывает найти в таком огромном мире человека, который будет любить и ценить, принимать твои недостатки, но восхищаться достоинствами, который сможет всегда понять и простить. Александр и Ольга, вам повезло, вы нашли друг друга. И осталось так мало и так много сохранить этот дар небес, сохранить то чувство, что объединило вас, сохранить вашу любовь. Именно это чувство сподвигло вас к решению быть вместе, заботиться и оберегать друг друга. Мы с радостью и уважением приветствуем ваш выбор, и сегодня на пороге новой жизни прошу ответить, является ли ваше желание стать супругами взаимным, свободным и хорошо обдуманным. Прошу ответить вас, Александр. Да, конечно. Прошу ответить вас, Ольга. Да. С вашего взаимного согласия ваш брак регистрируется. Прошу от своими подписями скрепить ваш семейный союз.
рассказывает нам о том, как важна эта встреча, призывая не проходить мимо. И если душа нашла отражение в другом человеке, значит, в твоем сердце зародилась любовь. Такая простая, но такая сильная. Но порой как трудно бывает найти в таком огромном мире человека, который будет любить и ценить, принимать твои недостатки, но восхищаться достоинствами, который сможет всегда понять и простить. Александр и Ольга, вам повезло, вы нашли друг друга. И осталось так мало и так много сохранить этот дар небес, сохранить то чувство, что объединило вас, сохранить вашу любовь. Именно это чувство сподвигло вас к решению быть вместе, заботиться и оберегать друг друга. Мы с радостью и уважением приветствуем ваш выбор, и сегодня на пороге новой жизни прошу ответить, является ли ваше желание стать супругами взаимным, свободным и хорошо обдуманным. Прошу ответить вас, Александр. Да, конечно. Прошу ответить вас, Ольга. Да. С вашего взаимного согласия ваш брак регистрируется. Прошу от своими подписями скрепить ваш семейный союз. Вы знаете, на кольцо 20 брака, стали с белого 5.